«Космос покорится отважным» назвали свою работу ребята из группы «Семицветики» детского сада «Сказка». Они приняли участие в конкурсе, который организовала партия «Единая Россия» ко дню космонавтики. С 1 апреля мы запустили конкурс детского творчества «Космос глазами детей». Малыши могли, ребята, юные губкинцы могли принести в нашу общественную приемную свои поделки, рисунки, какие-то аппликации. И по завершении конкурса работы оказалось очень много. Почти 100. И каждая уникальна еще и тем, что выполнена руками совсем юных губкинцев. Конечно же, не без помощи родителей. Вот, к примеру, «Ракета летит к солнцу». Работа 3-летней Василисы Шаманаевой. Похожая композиция и у ее сестренки Алисы. Вот мое большое солнце. Там была планета Земля. И Меркурий, там был огромное солнце и Юпитер. Там никто их не видит давно. Смогли смастерить и даже рассказать. Работа достойная, оценил ее и Андрей Гаранин. Глава города накануне побывал на выставке. Авторы лучших работ получили подарки. Наше губкинское отделение партии «Единая Россия» очень активно. Работаем во всех направлениях, в том числе в направлениях развития детей. Вот сейчас устроили выставку, посвященную Дню космонавтов. Очень много детей принесли свои работы. И, конечно, мы решили, что всех надо обязательно поощрить. Не остался равнодушным к поделкам и Алексей Ситников. Главный окружной единорос накануне побывал в Губкинском. Среди плотного графика работы нашлось время и для приятного. Алексей Викторович посетил выставку. Хорошие работы все. Но я вот две работы выбрал для себя и обязательно подготовлю призы ребятам. Одну коллективную, 12-й группы детского садика, и одну Артем там 7-летний делал с подсветкой, шикарную ракету. Наборы для творчества и сладкие подарки – награда за труд. А еще знания, ведь космос до конца не изведан, но так интересен. А рассказать есть что. Все недели будут насыщенные. Вот. И до этого, конечно, тоже мы играли в сюжетно-ролевые игры про космос. Детям очень нравится тема космоса. Она им, ну не знаю, может быть, не близка, но очень интересна. Интересна тема и для школьников. Для них ко дню космонавтики в местном отделении партии провели ряд мероприятий. Ученикам 4-х классов рассказали о космосе, провели викторину и показали фильм. Наталья Рябинина, Елена Канина, Денис Гимп, Никита Мищенко. Новости Губкинского.